Всем привет, с вами Амир Гумеров, канал Рука Джоб. И, как вы видите, у нас сейчас здесь происходит ремонт. И я вам сейчас расскажу про очень интересную штуковину, которую я купил сегодня в магазине. Эта штуковина называется Реноватор или Мультитул по-другому. Сейчас я вам ее покажу. Так, она открывается. Так, вот у нас прибор, вот с таким вот прикольным кейсом. В коробочке у нас есть сама железка. Вот он. И у нас есть также немножечко инструмента, я так понимаю. Ключик, которым делаю вытягивать. Несколько дополнительных примочек. И сейчас я покажу, какие примочки как работают. Давайте с самого начала попробуем, как работает пилка. Так. Упаковано. Так, пилка. Ставится она вот так. Можно поставить ее в любое положение, под любым углом. Вот, фиксируется она, получается, в пазах и затягивается сверху болтиком. Есть такая проблема, как вырезание отверстий в деревяшках. Вот. Работает таким образом. Вот. Во-первых, у прибора регулируется скорость вращения от 1 до 6. И работает как бритва. Вот, собственно говоря, для того, чтобы вырезать четырехугольное отверстие, прибора другого я вообще никакого не знаю. Это вот была первая насадка. Давайте попробуем, как работают другие. Так, следующая насадка — это у нас пилка, которая позволяет отрезать. Так, давайте так. Аналогичными приборами пользуются патологоанатомы в моргах, потому что прибор работает практически как болгарка, но при этом намного безопаснее. Так, и давайте сейчас запилим уголочек, ну, допустим,
Вот этот так неудобно поставился, я не под ту руку сейчас. Так, в пазы вошла. Нашла. Вот отрезать, допустим, маленький уголочек вот отсюда. Вот так вот срежем сейчас в розетку. Смотрите, отрез вообще очень аккуратный, прямо гладенький. Так вот работает пилка. Вместо лобзика использовать то, что надо. Так, и давайте следующий. Мы сейчас возьмем шлиф, шлиф-машинку. И прямо сразу зашлифуем вот это место, которое только что сделали. Так. Зафиксировали. Берем наждачную бумажку. Ее вот так вот фиксируем. И давайте вот этот уголочек немножечко заполируем. Вот, так работает шлиф-машинка на базе реноватора. Поэтому реноватор, в принципе, интересная игрушка в плане какого-то мелкого ремонта. То есть, допустим, сейчас вот будем точную работу делать провода прокладывать. Нам будет нужно сделать аккуратные пропилы. Надеюсь, сейчас с реноватором это у нас получится намного все легче и быстрее. Вот такое вот, надеюсь, интересное видео получилось. Не забывайте подписаться на наш канал, не забывайте поставить лайк, нажать колокольчик. Реноватор – это вещь, которая вам, возможно, пригодится в хозяйстве, поэтому знайте, что есть такой прибор, который может вам помочь. С вами был Амир Гумеров, канал Рукоджоп. Всем до свидания, всем пока!